Я не склонен подозревать всех во всем. Но, скорее всего, это какой-то заговор. Друзья, всем привет! Сегодня 1 мая, и сегодня у нас будет прогулка по лесу. Друзья, хочу прогуляться по лесу и показать вам, как природа оживает, деревья расцветают, а то с этой самоизоляции так можно и весну все пропустить. А уже началось цветение сакуры, и сегодня вам я ее покажу. И чтобы в полной мере насладиться природой, прогулка по лесу будет сопровождаться музыкальной композицией «Времена года. Весна». Вот и самое главное место, куда я шел. Маленький островок цветущей сакуры. К сожалению, из-за самоизоляции не у всех есть возможность увидеть цветение сакуры. Так что предлагаю насладиться этим прекрасным явлением природы под уже знакомую нам композицию Вивальди «Времена года. Весна».